Утро, если оно у вас доброе. У меня уже очередная эпопея с моими сериями. В этот раз, в прошлом году у меня поломалась вот эта... Мама, хорошо. У меня мама, кстати. Понимаете, я видео взяла, мне мама должна разговаривать. Я думаю, ты начала правила, я начала, чтобы ты козлова. Я должна... Короче, ладно. Бабушка волнуется, что я лекарства не дала Тринити. Все, я дала. Ладно, не в этом дело. В общем, ко мне Дэнни приехал, он забрал Тринити в сад. Что у меня, какая эпопея у меня серия в этот раз? Опять там что-то, короче... Не узнает у меня что-то, какую-то штуку какую-то, какое-то видео. Плюс, у меня в прошлом году сломалась функция мышки в компьютере, что мне пришлось присобачить такую мышку. В общем, мышка упала, эта штучка свалилась. Я теперь не могу нажимать ею. И для этого дела я использую приколку. Дает. Зубочистку поставить. Какая разница, мама? Это такое село, приколка, зубочистка. Я не могу эту штучку, куда она отлетела, я не могу ее найти. Короче, надо тут это самое все подвинуть и найти эту штуковину, чтобы хоть таким этим самым не. Короче, мне надо. Я сейчас это самое. Мне выдохнуть, потому что я уже все смонтировала, только вывести, и короче, нифига не получается. Так что пойду я приму ванную. Хорошо, что Дэнни приехал, повез в Тринити. Я хоть за это волноваться не буду. И сегодня мне надо Джульетту вести к ортодонту. У нее брекеты будут подтягивать. Дыши, Марина, дыши. Еще даже 10 нет, а у меня уже... Ладно, пошла я. Ура! Клык-клык, нашла эту штучку. Ну, хоть в этом хорошо. Ну, видите, я и эту штучку потеряла. Но эту потеряла уже давно. Так что, да, у меня все ломается. Я такая девушка. Разогреваю машину. Сейчас буду ехать за Джульет. Вчера, так как я не взяла Анжелику в Таргет, и у нее... Повторяю, опять нету существенных уроков. Она там помогает учителям в их классах. В общем, я сказала, хорошо, я тебя заберу, когда заберу Джульетту к дантисту. Пока она у дантиста, мы сможем сбегать в Таргет. Дело в том, что сегодня день рождения у нашего Рики. Ему 19 лет. И он, по идее, должен был ехать в Миссури. И вчера он сказал, что не едет. Анжелика такая, как я, ждет до последнего момента, чтобы все закончить и сделать, и все такое. И, в общем, вот эту картину, которую она рисовала, она вчера рисовала до 2 часов ночи. Ну, закончила. Так симпатично выглядит. Я потом покажу. Ну, и она хочет ему кое-что подкупить. Так что да, жду, пока разогреется машина, и мы поедем. Как будто серия получается у меня. Я взяла компьютер с собой, потому что когда это самое выгрузится, серия на карточку, я тогда буду использовать свою камеру. Вот такой план. В общем, забрала я девчонок со школы. Они меня теперь уговаривают, чтобы я их вообще назад не привозила, потому что они уже все самые главные уроки, короче, были на них. Не знаю. В общем, В общем, богемская рапсодия в исполнении Анжелики. Джульетта, кстати, сейчас слушает то же самое. В
общем, они помешались. Очень понравилось это. Ну как, Анжелика не пошла, а Джульетте очень понравилось. Анжелика теперь очень хочет пойти. Я хочу пойти тоже. Как-нибудь. В общем, едем к ортодонту. Итак, мы закончили. Джульетта. А ты где-то били? Это выбрала себе фиалковый цвет резиночек на зубы. Сейчас пойдем ее покормим. Ой, так все пахнет вкусно. В общем, мы в ресторане. Решили прогулять школу конкретно. Так уж и быть. В общем, мы будем кушать. Тут рядом их наша любимая забегаловка. Их любимые макароны с сыром. Самое больше им здесь нравится. А я еще не знаю, что возьму. Ладно. Мои вкусные, любимые грибочки, я их обожаю. Что такое? И вот это их макарошки. Это курочка с макарошками. Всем приятного аппетита. Вкусные. Грибочки, обалдеть, прошу. Объелись мы. Девчонки с детского меню заказывали, и то доесть толком не могли. Так что хорошие порции тут. Теперь надо пойти в Target. Нашла себе платье. Замечательное платье на Рождество. О май гаш. Мне просто оно надо. О, а здесь. Это просто супер. О, какие тапочки. Классно. Все супер, супер. Тут свитер зажигающий. Окей, ты не пушит со мной. В общем, уже не работает. Ну, короче. О, обалдеть. Короче, сколько бескусицы. Это вообще. That's funny. What is that? Ханука. А вот даже для Хануки есть. Здравствуйте. Лиля, для тебя. What? Ой, динозавр. You're not gonna use that again. Yes, I will. Dinosaurs are cute. For Joshua. Joshua. Короче, хочет купить динозавров, запаковать ему подарок. Выбрали вот такую свечку. Пахнет так по-мужски. Bow? He doesn't need a bow. He's a guy. Еще бантик ему хочет. И так как у нас тематика динозавры, такую открытку ему подарю. Джульетта смотрит уже это... Настоящий концерт, реальный концерт Фредди Меркьюри. Говорит, они прям вот точно так это сделали, это самое. Я говорю, ну да, он, конечно, изучал все этот актер. В общем, мы дома отпустили бабушку, девчонок я решила все-таки, в общем, привезла домой. Так что гуляем. Мама мне тут сложила одежду, теперь мне надо ее пересложить. Она пыталась мне помочь, но мне вот это... У меня своя система. Что еще? И скоро завтра ехать где-то через полчаса, так что пойду слаживать. Хочу показать картину. Анжелика вчера закончила. В общем, это будет для Рики. В общем, девчонки отрабатывают свои пропущенные уроки. Тем, что смотрят малыша мне. Я еду за Тринити. Посмотрим, как она там после своего овощного супа. Сегодня же они варили овощной суп в садике. В общем, купила же я ей эти зеленую фасоль для этого. И скажите, я скажу. Я ей рассказываю, что вот суп будете варить, бла-бла-бла. Очки забыла. В кои век я забыла очки. Она, фу, я-то я не съесть не буду. Она сразу так, не, мне такой прикол не подходит. Так что да. У нас же суп, даже если она ест суп, это будет не с консервной банки какие-то овощи. Ну, я понимаю, что им в садике это легче
консервные банки смешать и сказать, это суп. Ладно, едем за малявкой. Ученицу забрали. Хочу вам показать. Нам выдали, как фоточки будут выглядеть. Моя ластечка такая красотка. Боже, прелесть какая. Окей, hold on. В общем, будем заказывать из этого. Вот, какие классные фоточки. Забрала я Габриэла. Скарлетт. Тринка заснула. Спит в машине. Так что едем домой. В общем, мы с семьей решили выйти. У нас на главной улице будут зажигать огни. И, ну, вначале мы пойдем покушаем. Наверное, пиццу. И посмотрим, как там. Ой. Пришлось разбудить малыша. Ути, вроде. Ути, блядь. Папа заказывает там. Скарлетт это. Делает нам эту самую программу. О, Джулиетт gonna color. Good job, Джули. Тринка тоже это самое. Даже кажется, что у нас уже, видите, и индюшки, и дети, и индюки. Ну, такие. Что Джошуа? Джошуа был просто красавец наш. Итак, включили уже огоньки везде. Мы на само включение не пришли. Ладно. Музыка. Здесь какой-то музей. В каждом из магазинов должны... Там, по-моему, печеньки дают. Хотя что-то... Лошадка! А что у меня камера вообще не работает? Mom, your tummy is big. Поняли, у меня живот большой. Мне дочь сказала это. Just take it, пока получится! Чтобы покататься на лошадке, так что пойдем пешком. Много народу. Ой, что-то у меня так вот эти огни как-то так показываются. Не очень, да, резкость. Что-то камера видна. Для этого у меня не самое лучшее. Конечно, глазами намного это все красивее. Тут праздничнее выглядит. К счастью, погода достаточно приятная. А воздух такой приятный по сравнению с днями, которые были совсем недавно. Так что можно... насладиться этой погодой и всем окружающим. Народу много, все ходят с магазина в магазин, там везде что-то. Тут происходит, а видно, на какую-то лотерею записываются люди. Ой, толпа. Ой, look at the Santa. Is it a robot? Ага. You wanna go in there? I saw a video. Yeah? Go touch him. Go dance with him. Touch him, just a tiny. Oh! Scary. Это что-то новое. Спасибо, thank you. Что-то создают, не знаю что. Oh, it could be chili. You want to try? No? Горячий напиток со всякими специями. Очень уютно, надо с девчонками. Нашли девчонок, они были вот здесь вечернее платье продают на Кру. Девчонки уже туда с Габриэлом зашли. Дяни мы так еще не нашли. Он где-то с Тринкой гуляет. В общем, мы все разделились. Кто-то взял вот Candy Cane, там в магазине выдавали бесплатные. Так что мы выбираемся везде там, везде в магазине либо напитки, либо печеньки, либо конфеты. Вот. On Christmas, can we put like candy canes on the roof?
потерялись, а другие. Главное Скарлетт иметь рядом, да? Я уже сказала, твоя самая главная задача – не потеряться. No, you're not supposed to go there, baby. Come on, let's go. Чуть на карандаши. Растик. О, даже цветные карандаши. Носочки, $12. Кому надо? Любитель. You might have to order it, конечно. Скажет. Строит. Мы нашли папу. И Триню. И Трине надо в туалет, прям капец. Мы идем в кафе, там, где мы были. Мы сейчас в магазине, быстро забежали после улицы. Where's like a friend's birthday? Let's get in here. В общем, завтра Джульетта идет на день рождения, и ей надо открыть это для своей подруги. Итак, мы дома после нашего семейного вечера. Джашик поел и сразу отключился, так устал парень. Что хотела сказать еще? Я не сказала, что Рики все-таки решил уехать в Миссури. Проблема была, он думал не поедет, потому что там был снег, но его дедушка позвонил, сказал, что дороги очищены хорошо, так что он все-таки решился и поехал. Поэтому сегодня мы с ним не встречались, Анжелика с ним разговаривала долго по телефону, пока он ехал. В общем, поддерживала ему компанию, чтобы ему скучно не было. И спела ему песню с днем рождения со свечкой или маленьким этим самым тортиком таким. Ну, в общем, мы, я думаю, устроим ему что-нибудь особенное потом и подарок дадим. Вот. Пусть он проводит время со своей семьей. И я так понимаю, он вернется в воскресенье. А так у нас был отличный вечер. Я получила уйму удовольствия, вот эта праздничная атмосфера, просто красота, надеюсь, вам тоже понравилось. Я бы, конечно, это все было, хотела бы красиво это все передать, но, честно говоря, когда вы в толпе людей, 6 детьми и малыши, и боишься потерять кого-то, и это, конечно, все внимание на это, а не вот на красоту. Я попробую смонтировать как можно лучше, но что получится, то получится. Вы уж не обессудьте. Ну а с вами я буду прощаться. Огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы на моем канале. А вам я желаю спокойной ночи, до новых встреч и бай-бай.